Президент поручил, надо продавать свое. Мы умеем, можем и делаем конкурентоспособный, вкусный, безопасный, недорогой продукт. И цели всех мероприятий – это приблизить этот продукт к нашему покупателю. Предприятия концерна постоянно увеличивают свое присутствие на полках торговых объектов, не только крупных наших сетевых, да, но и более мелких торговых объектов. На данной площадке мы обмениваемся опытом с коллегами, а также подводим итоги и делаем задел на будущее для планирования в следующем году. От данного мероприятия, это, конечно же, показать наши новинки, насладиться теми вкусами из детства, которыми знаменит Слодич. Очень классное мероприятие, прошло на высшем уровне, мы очень рады, что мы поучаствовали в нем. Для нас ценность вызывают покупатели, а наши партнеры – это торговля, это тот самый, скажем, первый посредник, который нам диктует, какую продукцию производить. И мы рады с ними сотрудничать очень тесно.